Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ольга Николаевна. Приветствую всех на своем канале. Сегодня мы напишем словарный диктант. Он достаточно сложный, потому что некоторые слова не записаны в орфографических словариках ваших учебников. Но они встречаются в текстах диктантов. И многие ученики часто допускают в этих трудных словах ошибки. Будьте внимательны. Мы начинаем. Красная строка. Заглавная буква. Дальше через запятую. Меню. Меню. Лакомство. Лакомство. Десерт. Десерт. Зефир. Зефир. Карамель. Карамель. Мармелад. Мармелад. Печенье. Печенье. Повидло. Повидло. Пирог. Пирог. Мюсли. Мюсли. Сейчас мы проверим то, что вы написали, потом отдохнем и продолжим работу. Меню. Лакомство. Десерт. Зефир. Карамель. После «ли» мягкий знак. Мармелад. Печенье. После «ни» мягкий знак. Е. Повидло. Пирог. Мю. После мю. Сли. Отдыхаем и продолжаем работу. Продолжаем нашу работу. Леденец. Леденец. Конфета. Конфета. Сахар. Сахар. Шоколад. Шоколад. Мороженое. Мороженое. Эскимо. Эскимо. Смузи. Смузи. Компот. Компот. Кисель. Кисель. Лимонад. Лимонад.
Мы закончили написание диктанта. Давайте проверим. Ле-де-нец. Кон-фе-та. Са-ха-р. Шо, после ш-о, ко-ла-д. Мо-ро-же, после ж-е, но-е. Э-с-ки-мо. С-му-зи. Компот. Кисель. После л мягкий знак. Лимонад. Надеюсь, вы без ошибок написали этот трудный словарный диктант. А если кто-то допустил ошибки в этих вкусных, сладких словах, запомните их написание. Желаю всем успехов в школе. Буду рада новой встрече с вами на своем канале.